Всех приветствую. Очередная посылочка. Заказал себе фрезы для ручного фрезера. Я заказывал марки Деко. А тут сейчас читаю. Импортер ООО Zitric. Какое-то странное совпадение. Буквально недавно делал обзор на настольную пилу ленточную Zitric. Вот она у меня стоит. А тут читаю, что это та же фирма. Импортер, во всяком случае. Ну, сейчас откроем, посмотрим. Поставляется в такой коробочке маленькой. Аккуратная коробочка. Удобно хранить будет. Открываем. Вот они фрезы. В комплекте идет вот такой вот шестигранный ключик. Я не знаю, зачем он. Здесь 12 штук. Где посмотреть, что это якобы марка Деко? Ничего нету. Кроме того, что было написано, что импортер Zitric. Фрезы дешевенькие, 800 рублей всего лишь. Я знаю, что они ненадолго мне хватит абсолютно. Поэтому взял, пока я немножко работаю. Думаю, на какой-то период, на более-менее длительный, хватит. Так плотно стоят, что пока вытаскиваешь, можно пальцы себе разорвать. Что, не могу вытащить-то? Ну, так плотно они там держатся, что ну, тяжеловато их будет вытаскивать. Ну, вот насколько я вижу, вот я достал одну фрезу. Вот каких-то заусенцев или каких-то непроточенных частей самой фрезы я вот пока не вижу. Вот наугад вытащил. Отзывов хороших много об этих фрезах. Ну, собственно, поэтому-то и взял. Я знаю, что одна фреза более-менее нормальная. Ну, как минимум, ну, рублей 600-700 стоит. А тут 12 и за 800 рублей. Сейчас еще одну вытащим. Что-что? Ах ты, ё-моё. Вот еще одна такая прямая фреза. Сейчас на ноготь попробуем. Ну, пока острая. Пока не точил ничего. В общем, вот такие фрезы. Под каждой из фрез написана, ну, ее маркировка и вид того, что получается после работы этой фрезой. То есть ласточкин хвост, вот такой паз получается. Здесь другой паз получается. Ну, вот такие фрезы. Вопрос, зачем ключ? Подарок, наверное, или что это?
У меня во фрезере затягивается цанга с помощью стопора, шпинделя этого и ключа на 17, по-моему. Ну ладно, тем меньше шестигранников уже развелось. Вот такие фрезы. Будем пользоваться. Всем пока.